16 юных команд хоккеистов 2011-2012 годов рождения встретились на Салаватском льду. География и состав участников турнира «Золотая шайба» впечатляет. От Салавата до Калининградской области. Это все команды и лидеры своих регионов. Проводят соревнования, выявляют лучших от каждого региона. И они приезжают сюда на финальные соревнования. Вот. В шестнадцатке занимают, кто занимает первое место вот, на сегодняшний день, кто занимает первое место из 16, они дальше едут на четвертый этап, это идет в Перми, будет проходить суперфинал. Для детей это праздник, во-первых, правильно, это дворовые клубы собираются, для них это праздник, поэтому этот праздник мы стараемся, чтобы он был праздником. На протяжении нескольких дней на Салаватской арене сражаются команды за звание «Лучшие в России». Уже не первый год наш город Салават принимает такие соревнования. Эти соревнования традиционно прописались в нашем городе. Скажете, почему? Потому что прекрасные условия позволяют проводить соревнования российского масштаба. Соревнующиеся команды в Салавате прошли довольно долгий путь. Им необходимо было победить на районных и городских соревнованиях, а затем стать лучшими на уровне своего региона или округа. Перед игрой я говорил детям, что мы приехали сюда чемпионами своей области, то есть мы официальные представители, так скажем, то есть на нас, так скажем, небольшой груз лежит, конечно, настраивались, но по игре было видно, что превосходили соперников, то есть готовились вот так, настраивали детей, что мы все-таки несем ответственность за свою область. Значимость турнира сложно переоценить. Это масштабные состязания, с которых начиналась карьера многих известных хоккеистов. Такая игра – это сплочение ребят, которые с детского возраста учатся быть вместе, учатся быть в команде, учатся помогать друг другу, учатся выигрывать и в том числе и проигрывать. «Золотая шайба» остается важным звеном в системе российского хоккея. Кто знает, быть может, сейчас в турнире участвует будущая легенда спорта. А мы пожелаем им удачи. Пусть победит сильнейший. Лилия Шениязова, Радмир Загидулин, телекомпания «Салават».